Рабочий день этого парня начинается с наступлением темноты. Свой бизнес он вел исключительно под покровом ночи, без лишних свидетелей. Наркотик молодой человек спрятал в пакет с мукой. Сверток большой и увесистый, в нем около килограмма героина. В этом дворе он собирался сбыть товар. Из рук в руки кому, знаете? Нет, да? Мне сказали место закладки. То есть вам какой? Через закладку. Через закладку. Где вы должны были сделать? Около вот этого дома. За одну такую ночную прогулку парень неплохо зарабатывал. Ему платили около 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства подозреваемого, в результате которого было обнаружено и изъято 56 свертков с порошкообразным веществом. Исследование показало, что вещество в свертках также является героином массой свыше 31 килограмма. Товар расфасован и готов к передаче. Помимо героина в квартире хранится большое количество муки. Этот способ маскировки наркотика у задержанного излюбленный. Сам он продолжает откровенничать, делится с оперативниками данными о своем нелегальном доходе. Средняя зарплата. Средняя 400-500. 400 тысяч рублей. Такие внушительные заработки заглушали и муки совести, и страх получить тюремный срок. Задержанный лишь звено в цепочке наркотрафика. Полицейские установили, молодой человек получал крупные партии героина, расфасовывал их по килограмму и путем закладок передавал подельникам. Они уже делили наркотики на разовые дозы и продавали непосредственно потребителям. Сейчас оперативники устанавливают всех участников этой преступной схемы. Марсель Нургатин, Петровка, 38.